Мы уже рассказывали о старте ежегодного районного конкурса на лучшее благоустройство поселения. В нем участвуют лучшие дворы, подъезды многоквартирных домов, территории предприятий, учреждений и организаций. Конкурсная комиссия уже побывала во многих сельских поселениях. Анастасиевское сельское поселение – одно из самых чистых и благоустроенных. Есть положительные примеры и в многоквартирных домах, где глаз радуется цветам и зелени, где чисто и красиво. И в организациях, где наведен идеальный порядок, конечно, работается хорошо и производительность труда возрастает. Здесь проживает немало активных, творческих людей, которые сумели превратить свои дворы в такие райские уголки, откуда не хочется уходить – и где действительно отдыхаешь душой и телом. Один из таких ярких примеров – это станица Анастасиевская, где люди достаточно активно подходят к благоустройству своего двора, своей территории. Это там видели, и комиссия видела, и малые формы, это и красивые цветочные клумбы, какие-то новые насаждения зеленые, круглогодичные. При том, что все эти объекты, как правило, делаются своими руками, все эти объекты не требуют большого финансового вложения. Светлана Ткаченко из семьи сельских тружеников. Сама она отличается редким трудолюбием, но особое внимание своему двору она смогла проявлять уже после 50. Начинала с малого и так, шаг за шагом, превратила двор в сказку. Было поначалу сложно, а потом идеи приходили постоянно и постоянно. Ну, что-то беру из сказок, отдельные участки. Вот, допустим, участок, вот где дедушка с бабушкой сидят, это как бы мои родители. Они всю жизнь прожили в селе, любили очень хозяйство. Когда я прихожу сюда, во двор, я как будто заново рождаюсь. Делится своими чувствами Светлана Ткаченко. Идей у нее очень много, и все оригинальные. Главное, чтобы времени хватало. Озеро с лебедями, ну, как возле бабушкиного дома. Здесь вот серебряная копытца, это как моя удача. Я ложу блестящие вещи, чтобы они мне приносили удачи, то есть побольше, ну, как дохода, внутренних ценностей и душевных, и сил мне придавали. Конкурс продолжается. Конкурсная комиссия посетила Рисовое, Коржевское, Прибрежное, Забойское, Прикубанское сельские поселения, Голубую Ниву. Итоги конкурса будут подведены в октябре. И главной своей цели – выявить и поощрить неравнодушных к красоте людей – он достигнет. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».